В этом году очень сильно нас Бог как бы благословлял. У нас сильно поднялось хозяйство. 8 голов рогатого скота. То есть где-то 8 коров будет в будущем. Сильно Бог поднимает как бы отношения с фермерами на месте. То есть у нас такие партнерские отношения. В этом году уже соседний фермер, он как бы приехал и благословил нас очень много корма для скотины, которая есть. У нас на сегодняшний день 100 гусей. У нас уже своих 6 инкубаторов в этом году. Мы как бы сами там выращиваем. То есть вот так. Уточек нет, есть гуси, есть куры, есть козы, есть кроли. В отношении как бы техники у нас появился трактор в этом году. Подарил нам брат с лысинки, подарил автомобиль. У нас Жигули двойка, он же подарил нам станок делать сетку рябицу, и он же благословил нас станок делать шлакоблоки такие специальные. Постоянно репцентр полный, то есть у нас нету такого, что там как бы нету. В среднем это где-то порядка 14 человек. В планах и то, что Бог ложил, это чтобы было такое двухэтажное помещение полноценное, чтобы мы могли вмещать где-то 45-50 человек. Хотим сильно расширить и строить. А нас Господь в этом году объединил в семью. Нам в этом году Бог подарил сыночка Даника. А нам в этом году Бог дал Илюшку. Спасибо Господу. А нам в этом году Господь дал доченьку. Спасибо ему.